В этом году День физкультурников в Сарове, как, впрочем, и в регионе, праздновали не на стадионах и спортплощадках. С соблюдением мер безопасности гостей рассадили в актовом зале. Режим повышенной готовности диктует свои условия, поэтому всех собрать не удалось. Но теплые слова поздравления относились ко всем, кто занимается развитием спорта в городе. Большая вам благодарность за то, что вы работаете в этой сфере. И мы считаем, что у нас очень хорошая база. Значит, она обновилась, реконструировалась и продолжает реконструироваться. У нас очень хорошие окрестности в плане леса для занятий лыжами и так далее. Поэтому в этом плане все в ваших руках. Особо отметили ветеранов, которые, несмотря на преклонный возраст, продолжают заниматься спортом и даже участвовать в соревнованиях. После завершения карьеры или педагогической деятельности они приходят в клуб ветеранов спорта «Феникс». Цель которого не дать, как говорится, засохнуть нашим ветеранам, а чтобы они продолжали занятия, что участвовали в соревнованиях и укрепляли свое здоровье. Ветеранов спорта, преподавателей, тренеров, сотрудников спортивных школ наградили почетными грамотами и благодарственными письмами от имени главы города и администрации Сарова. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.